Здравствуйте! С вами Светлана. Сегодня праздник 9 мая. Хочу вас поздравить всех, с этим великим праздником. Так как этот праздник действительно со слезами на глазах у всех не только россиян, а у многих других стран отмечают наш 9 мая праздник. Сегодня были на параде. Если честно, вот настолько все это трогательно, проходят наши ветераны, проходит наша техника. И невольно, на глазах слезы. С праздником вас, дорогие! С вами была Светлана. Офицеры управления соединения, парад «Грачев» направляет начальник зенитных ракетных войск дивизии полковник Лобанов. В частях соединения в разные годы проходили службу 22 героя Советского Союза. Среди них трижды герой Советского Союза Покрышкин. Личный состав соединения неоднократно принимал участие в учениях с боевой стрельбой, а в настоящее время участвует в выполнении специальных задач по борьбе с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике. Парадом в строю военнослужащие пункта управления соединения. Во главе начальник пункта управления подполковник Ожинин. На пункте управления соединения принимаются важнейшие решения по применению сил ПВО в каждом районе ответственности. На площадь выходят военнослужащие батальонов управления. Парадный расчет возглавляет командир батальона майор Тетюхин. Личный состав батальона готов в любых условиях обстановки обеспечить связь на установленных направлениях, что подтверждают результаты регулярных тренировок. В парадном строю военнослужащие женщины управления соединения. Возглавляет парадный расчет начальник секретной части старший прапорщик Ходченникова. Военнослужащие женщины вносят большой вклад в поддержание боевой готовности. Они проходят службу на ответственных должностях и достойно выполняют обязанности военной службы наравне с мужчинами. На главную площадь города выходят офицеры 337-го радиотехнического полка. Парадный расчет возглавляет командир полка, полковник Михновен. В мирное время все развернутые подразделения и командный пункт полка несут боевое дежурство по противовоздушной обороне. Выполняют задачи по охране государственной границы в воздушном пространстве. На Советскую площадь выходят военнослужащие женщины 337-го радиотехнического полка. Парадный расчет возглавляет младший сержант командного пункта, младший сержант Царева. Профессионально важными индивидуальными качествами специалиста-планшетиста является острое слуховое восприятие. Восприятие – способность точно воспроизводить линейные размеры и устойчивость внимания. Торжественным маршем проходят военнослужащие роты обеспечения 337-го радиотехнического полка. Возглавляет парадный расчет старшина роты, прапорщик Остраутко. В строю военнослужащие по призыву призваны из самых разных субъектов Российской Федерации. Спасибо.
папа ставит флаг. Посмотри, все детки, да, вот так вот. Все детки. Ага. Главное. Оно чем-то намазано аккуратно. То ли я маленькая, то ли колесо большое. Слышь, смазывали, чтобы выглядело черным. А уж техника у нас вообще российская, конечно, гордость. Гордость.